Это еще одна часть небольшого влога про Пайпа, Северный Таиланд. Сегодня мы поедем исследовать горячие источники, которые находятся где-то в часе езды от Пая. Вообще это место известно всякими геологическими ништяками. Недалеко от Пая есть большие пещеры, есть каньон, есть горячий источник в самом городе, несколько горячих источников недалеко от города и от долины. Также тут есть несколько водопадов, ну и прочие вот эти штуки. Сегодня мы едем на горячий источник, который не очень известный, не очень популярный, потому что все в основном в городе едут купаться, вот, и посмотрим, в общем, что там такое. Деревня и одноименный горячий источник называется Муанпэнг. До него 26 километров от Пая. То есть мы свернули с основной трассы на Чангмай. Локацию я под видео оставлю в описании. Продолжаем ехать на горячий источник. Вот уехали уже с основной трассы, и такая дорожка стала бетонная, но нормальная, короче, можно ехать. Очень красиво, никого вокруг нет. Доехали мы, в общем, до источника. Не знаю, что вообще платное, не платное. Пай стоит 250 бат для иностранца. Вот. Поэтому мы сэкономили как минимум 500 бат, а это почти 20 долларов. Вот, собственно, мы прибыли. Написано не засовывать ноги в воду здесь, потому что они свалятся, будут как та лягушка на рынке. Вот они, лапки. А тут местные любят привезти с собой яйца и варить их в этих источниках. Даже пахнет яйцами. Они уже пахнут яйцами, да. И тогда вдвойне получается вкусно. Вот вообще на самом деле, да, вот вода 90 градусов. Пойдем, я покажу. Так готовят яички, то есть их кладут в корзину, опускают в воду, и тут реально 90 градусов примерно вода, особенно вот близко к источнику, где она выходит из-под воды, и все, яйца варятся. Да, мама, кто-то шпионит. Таких дронов никуда уже в наше время не спрятаться. Никакой личной жизни. Ну, вообще кайфово. Вот в таком окружении. Поля вокруг. Холмы. Вот мы идем искать, где вода погорячее. Да, потому что вот тут уже более тепло. О, вот это кайф. Тут можно сидеть, греть ноги. А можно даже и залечь. О, правда, такая она горячая. Найс, найс. Сейчас еще пойдем купим яйца и сварим их. И подкрепимся. Будем сейчас варить яйца. Вот, 25 бат стоит корзиночка яиц. Берешь и идешь варить. Сейчас мы так и сделаем. Он одобрил, говорит, берите. В общем, это такое
self-service. Надо взять яйца. Вот. Нормально. Сырые. Держи. Да, не сырые. И взять вот такую палочку. Она специально с штучкой. Угу. Сейчас он покажет. Насаживаю. Да, продеваешь палочку в петельку. Ну все, давай вперед. А денег заплатишь? А мы потом заплатим. Сначала попробуем. Про тебя сняли видео. Сейчас момент истины. Самое главное, что нужно сделать. Вот здесь вода просто кипит. Она бурлит из-за того, что она горячая. И мои ноги ой, сейчас... Смотри, давай положим вот сюда в грудь. Купались в источниках и кушаем. Собственно, вот яйца, которые мы в этой корзиночке сварили. Там есть еще яйца? Короче, мы их уже съели. Есть. Вот, и дошик в местном кафе подают. Я прям туда яйцо закинул. Вот. Ну, короче, классно, недалеко от Пая, бесплатные, с горячей водой и почти нет людей. Короче, мы прям заценили, очень круто. Ссылка на Google Maps под видео, если вы поедете тоже в это место самостоятельно.